Всем добрый вечер, клуб Александр Невский. Еще один вариант работы на координацию движений. Это мы работаем локтем, бьем с разворота. Задача партнера кидать таким образом мяч, чтобы он не летел фактически вот сюда в голову. Вот сюда, чуть повыше, да. Можно сначала побросать, чтобы партнер понял эту координацию. Да. А теперь, когда начинается движение мяча ко мне, я должен скоординировать шаг в сторону и удар по мячу, который летит мне в голову. То есть отсюда. Отсюда шел в сторону и бью. Еще разочек, чтобы получилось красиво. То есть стремимся поймать тот момент, когда мяч прилетает на Сергея. Мяч прилетает. Ничего, нормально. Другой мяч один сразу набрасывай. То есть здесь задача, на самом деле, скоординировать вот именно шаг в сторону и с тем моментом, когда цель переходит к вам на локоть. Вот туда. Хорошее, полезное упражнение. Всем удачи. Спасибо.